С началом учебного года в городе активно развернута работа межведомственной лекторской группы. Согласно плану мероприятий, в течение намеченного периода планируется охватить все общие и среднеспециальные образовательные учреждения города. Так, очередную встречу специалисты группы провели со студентами медицинского колледжа имени Башларова. Первым беседу с молодежью открыла начальник отдела по делам молодежи и туризма Айшат Атаева. Каждый из нас будет говорить о тех проблемах, которые мы сегодня видим среди молодежи, которые нас беспокоят на самом деле. То есть общая тема такая — профилактика, предупреждение. Почему предупреждение? Потому что многие из вас, присутствующие здесь сегодня, приезжие из нескольких других отдаленных пунктов, скажем так. Очень мало ребят, наверное, которые проживают в городе, в основном те, кто приехал. Сегодня я хотела бы с вами поговорить о вашей занятости. Я понимаю, что вы основное время проводите здесь, с 8 или с 9 учебное время начинается, и до 2, до 3, может быть. В число лекторской группы также вошли представители городской мэрии, сотрудники правоохранительных органов, духовные и общественные деятели. Главными темами беседы явились противодействие идеологии терроризма и экстремизма, наркомании, занятости молодежи, ну и, конечно, духовно-нравственное воспитание. Различие наций, чтобы у вас не было, чтобы уважали чужую нацию, чтобы каждый изучал не только историю своей нации, но и противоположной нации. Сегодня, живя в нашей как бы республике, в нашем городе, мы все замечаем, что в последующем нас жизнь приводит к тому, что многие женятся, замуж выходят, свадьбы играют, уже между собой соединяются совсем люди разных национальностей. В своем выступлении специалист отдела просвещения при муфтияте Республики Дагестан по городу Хасавюрт Магомед Арифдарбишев рассказал учащимся, что религия ислам обязывает каждого человека, не различая пол, социальный статус и возраст, стремиться искать и получать знания. Перед студентами также выступили представители правоохранительных органов, которые ознакомили студентов с их правами и обязанностями. Что хотелось сказать, да, главная ответственность. Конкретно ужесточили за сбыт наркотиков. Раньше, например, можно было там 2-3-4 года отмазаться. Сейчас идет статья вплоть до пожизненного заключения. За убийство можно получить 5-6 лет, УДО выйти через 20 года, а за наркоту можно пожизненное получить. Поэтому я вас призываю просто мимо не проходить. То же самое пацанам, да? Ваше окружение, если кто-то употребляет или кто-то хочет употребить, чтобы вы могли этого человека остановить. В завершении присутствующие обозначили о необходимости регулярного проведения такого рода диалогов с учащимися. По итогам встречи студентами были заданы интересующие вопросы, на которые получили развернутые ответы от специалистов. Зарема Хайбулаева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».